день, шановні телеглядачі! Як завжди, по щосереди ми зустрічаємося з людьми, які нам розповідають дуже цікаву і корисну інформацію щодо питань, які дійсно вас хвилюють. А так як зараз літо і пора відпусток, то багатьох людей хвилює, як поїхати за кордон. Адже всім відомо, що зараз процес отримання шенгенської візи для українців надзвичайно став складним. Тож, відповість на усі ваші запитання і мої, наш сьогоднішній гість – це Олена Ласкіна, юрисконсультант фірми «Профальянс». Вітаю, Олено! Добрий день! Вам, шановні телеглядачі, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тож, будь ласка, телефонуйте і ставте свої запитання, ми спробуємо на них відповісти. Телефон нашої гарячої лінії ви зможете побачити на своїх екранах. А ми розпочинаємо. Ліна, уже було анонсовано, що дійсно процес отримання шенгенки для українців був усложнен. Так ли это і наскільки? Так. В принципе, так, да. Да, процесс усложнен дополнительными поездками, личным присутствием. Ну, мы всегда двигаемся с вами только с энтузиазмом, на положительной волне. Мы идем все в Европу, соответственно, мы знаем, что необходимо, чтобы каждый человек имел идентификацию. Это начало этой идентификации мы с вами уже начали проходить, когда у нас в начале года ввелись биометрические паспорта. И вот давайте вот как бы разложим, для чего это нам нужно, вот нашему государству, нам вот это усложнение, которое произошло. Данная ситуация сложилась по требованию комиссии Европейского Союза для того, чтобы каждый человек, проживающий на территории Украины, имеющий статус гражданина Украины здесь вот сейчас ставим акценты, то есть имеющий паспорт гражданина Украины и имеющий загранпаспорт для пересечения границы Украины с теми государствами, которые требуют наличия загранпаспорта. Эти данные граждане должны быть классифицированы в общую базу с наличием анкетных данных, то есть, опять же, заполнение анкеты предусматривается, наличием фотографии и наличие отпечатков пальцев всех 10 пальцев. То есть должны быть собранные данные. Для чего? Для того, чтобы каждый человек, который хочет пересечь границу Украины и попасть в Шенген-зону, опять же, Шенген-зона – это не Европа, вот здесь ставим сразу же акценты, что разница у нас есть между этим, и, соответственно, получили базу информационную, знаем, чем люди дышат, знаем, куда они едут, знаем, действительно ли человек проходил там-то и там-то, регистрировался там-то и там-то, и то есть законность нахождения. Для этого мы знаем, что сейчас существует, по сей день у нас ситуация сложная с Европейским Союзом, налаживаемые, и, соответственно, как бы и их понять можно, нас... Нам нужно привыкать к порядку, который должен быть. Это обязательно. Биометрические паспорта вот должны будут быть обязательно. Вот, вопрос по биометрическим паспортам. Сейчас у нас уже рассматривается немножко в другой, как говорится, позиции, потому что биометрика – это своя база, база собственности Украины. Вот. То есть, когда мы приезжаем в то или иное консульство Шенген-зоны, то есть, допустим, вот, мы знаем, в Шенген-зоне у нас самая вот одна из распространенных стран, где большинство людей ездят за границу, это Польша. Да. Вот, соответственно, приходя в тот же визовый центр польский, либо же в консульство польское, мы подаем документы для государства Польша. Это не значит то, что эти данные будут только у них храниться, это значит то, что оно будет храниться в базе данных Шенгенской зоны. То есть не надо переживать то, что я имею визу польскую, и я хочу поехать туда, а мне нужно потом пересекать границы других стран, и в другую страну я тоже должен это делать. Нет, не надо. То есть имеется общая база данных, а наша биометрия – это данные, касаемые нашего государства, которые потом уже будут взаимодействовать с другими странами и тем самым облегчат нам пересечение в аэропортах, в погранзоне. То есть для начала нужно создать эту базу. Мы сейчас совершенно как верно. Раз в процессе создания, собственно, биометрической базы Украины. Да, совершенно верно. И мы сейчас пытаемся сами себе облегчить нашу жизнь, нашу более транспортабельность, пересекабельность. А ситуация с Шенген-зоной – это то есть
наши принимающие стороны хотят себя обезопасить и понимать, кто куда едет. Тем самым мы имеем сейчас вот в данной ситуации затруднения. Небольшие, временные. Вот эти, кстати, по поводу временных затруднений. Если мы с вами пойдем, грубо говоря, сейчас, что, в принципе, я не рекомендую сейчас, потому что мы знаем, что существует из-за большого притока людей, из-за нехватки информации на протяжении всего июля месяца, так как вот сейчас изменения у нас наступили с 23 июня, на протяжении всего июля месяца был повальный коллапс возле визовых центров, и было совершенно очень неудобно. Очень много людей занимались перекупкой очередей, как, в принципе, к сожалению, это происходит. Но некоторым, если очень-очень сильно надо, то люди идут на это все и, в принципе, как бы все-таки планируют свои поездки, и они у них в жизни все-таки превращаются. Вот. То есть, если человек придет сейчас, то ему в следующий раз нужно будет свои данные подтверждать через 5 лет. Потому что как бы данные хранятся 59 месяцев. После этого информация автоматически она аннулируется. И так же самое вам нужно будет. То есть на протяжении этих 5 лет вам не нужно будет по факту окончания своей визы ехать назад в визовый центр. Это плюс. Вы один раз сделали, занесли данные, потом уже, ну опять же, давайте будем думать, он может теперь через 5 лет, может быть, все утихомирится, стабилизируется и будет все намного лучше. Что еще хорошего? То, что если вы едете с детьми, детям до 12 лет возраста, то детям это делать не надо. То есть всю свою семью везти по жаре в другой город, даже если, допустим, вы находитесь за пределами визового центра, то есть мы находимся в Николаеве, все наши сейчас визовые центры расположены в Одессе, в большинстве своем, ну, ближайший наш центр областной. То есть нам можно детей своих оставить. Лена, скажи, да. А вот какая процедура, какие документы нужны, чтобы взять с собой ребенка? Вот, здесь вот отдельно сейчас вот будем рассматривать все, вот по деткам дополнительные просто документы существуют, что по документам, конечно же, для нас опять же стало сложнее, а может быть даже не сложнее, больше более упорядоченное, потому что мы всегда знаем, что если существует беспорядок, очень сложно наводить порядок. Но когда этот порядок существует, все говорят, что да, это хорошо. То есть мы сейчас все-таки идем к тому, что хорошо. Итак, документов много стало, и обязательных много стало. По детям у нас добавляются только, ну, нового, точнее, ничего не добавляется. По детям у нас существует необходимость проездного документа отдельного. То есть, если раньше мы знаем, можно было вот еще вот в первом квартале этого года делать проездные документы на детей отдельные, вклеивать фото родителям, то на данной ситуации, если нет документов на ребенка, либо же старые истекли свой срок, то на ребенка делается отдельный паспорт. Вот. То есть вот это вот, а все остальное у нас остается тем же самым. То есть что все остальное, если люди первый раз планируют поездку, что это? Это обязательное свидетельство о рождении ребенка. И, соответственно, если едет один из родителей, то подается нотариальное заявление другого из родителей о том, что он не против, что ребенок пересечет границу. Также, в принципе, вот давайте сейчас вот по самим документам. Что изменилось в некоторых странах, я сейчас вот тоже, как говорится, как стандартный пакет у нас, это обязательно наличие паспорта, но паспорта оригинала. Мы берем с собой оригинал паспорта и делаем ксерокопии всех заполненных страниц один раз. Тоже очень часто бывает, что люди делают, ну, лишнее, потом приезжают, не дай бог у них там какие-то отказы, начинают рассказывать, что «ой, столько заплатила на ксерокопии». Но опять же, это жизненная ситуация, но надо знать, что ты делаешь. Вот, и не надо заниматься самодеятельностью, если это не надо. То есть паспорт сказали. Потом справка с места работы. Справка с места работы. Сейчас ставлю акцент. Существует определенный законодательный бланк. Не надо делать никакое самоуправство, не надо бегать там, не знаю, по каким-то непонятным структурам, по знакомым, как ты делал справку. Подойдите в свою бухгалтерию, там, возьмите типовой бланк, по типовому бланку сделайте справку. Все.
То есть, опять же, заработная плата. Мы знаем, что у нас зарплаты у всех непонятно какие, непонятно где как. Зарплата на данный тип визы должна быть в среднем 2500 гривен. Это, ну, грубо говоря, среднеминимальная. К сожалению, опять же, почему? Потому что, въезжая на территорию страны, должно быть финансовое обеспечение. Финансовое обеспечение – это то есть сколько вы денег имеете при себе на руках. То есть финансовое обеспечение не менее 50 евро. То есть, опять же, как бы, не будучи там сильно большим математиком, мы понимаем, что даже те же 2500 гривен, они не особо покроют ежедневные затраты в размере 50 евро. Но это даст вам возможность получить эту визу. Дальше, касаемо фотографий. Фотографии должны быть свежие. Опять же, для чего это? Также, в принципе, как бы можно сказать, а зачем же фотографии, если я же там же буду фотографироваться? Для чего? А для того, что вы заполняете анкету. И в эту анкету вклеится такая. Совершенно верно. Мы сейчас дойдем с вами по поводу анкеты. Вот, то есть здесь справка с работы. Справка о наличии денежных средств. Денежные средства у нас предполагают наличие банковских карт. Банковская карта должна быть именная. То есть что такое именная? То есть там должно быть написано. Если на самой карточке написано имя. Вот. Если карточка не именная, то мы берем распечатку с банка с мокрой печатью, где прописывается номер карточки, и сумма оборотов за последние 3 месяца. Оборотов – это циферное значение. То есть как бы не надо брать распечатку. Вот я там пошел, то купил, то не купил. Это так же самое стоит денег. И банковская справка такая стоит порядка 200 гривен, я могу ошибаться, где-то в этом коридоре. Вот. То есть вы должны понимать, что это все-таки, опять же, тоже финансовая страховка должна быть. Страховка так же самое делается в определенных страховых компаниях. Стоит страховка тоже от срока вашей поездки. Если вы ни разу никуда не ехали, вы первый раз, вам и так дадут минимальный срок. Кстати, вот по поводу, забегу вперед. Женщина недавно вот звонит, говорит, что ой, мне ну так нужно вот побольше срок поездки, что же мне делать? Это как мы вам, как бы, чем мы с вам-то поможем? Никак. Вот, вам нужно ехать туда. А что, никак нельзя? Документы никакие? Никак. Никакие документы вы не положите, не подложите, никакую причину не скажете, если у вас не отъезжена никакая виза. Вам по-любому поставят минимальный срок пребывания. Это какой? Минимальный срок – это 5-7 дней. Опять же, в зависимости от страны, куда вы едете, каждая страна дает свой минимальный срок. Некоторые могут поставить 2 недели пребывания, некоторые могут поставить вот эти 5-7 дней, некоторые 30 дней. То есть тут тоже хозяин-барин. Вот, фотографии 3,5 на 4,5, белый фон, на белом фоне 80% лица. Тоже не делаем никаких там, извините меня, селфи не подойдет. Домашних фото в домашнем условии на фоне обоев тоже не подойдет. Да. Вот, к сожалению, я просто сейчас вот говорю и ставлю на это акцент, потому что очень часто бывает такое. Еще могу сказать вот так, восклицательным большим знаком. Насколько вы правильно подберете документы, настолько вероятность правильной нахождения в визовом центре, и настолько правильно вы тогда и получите то, что хотите. Касаемо вашего, что, почему могут быть отказы? Отказы могут быть тогда, когда вы попадаете под ситуацию иммиграции. То есть вы сделали какой-то ляп, и это является ошибкой. То есть либо же вы не подали документы по своим детям, либо же вы не подали документы, то, что вы являетесь в браке, а едете вдвоем и пишете это в анкете. То есть, ну, нужно правильно все делать. И, опять же, как бы рекомендация все-таки обращаться в те же туристические агенции. Я вот поставлю все-таки акцент на рекомендации, потому что в данной ситуации это те люди, которые вам помогут правильно составить пакет документов. Опять же, вот секундочку по поводу работы с туристическими агенциями. Когда вы приходите в организацию любую в данной ситуации, то вы со своей стороны им платите деньги за какие-то услуги. Каждый человек должен понимать, что оплачивая деньги за услуги, он должен понимать, какие услуги ему дадут, за что он вообще платит.
а не просто заплатить, потом, извините меня, пойти по соседям и сказать: ой, там был, заплатил, не знаю за что. Ну, к сожалению, это опять же это существующая правда. То есть вы приходите, вы говорите, что девушки там, пожалуйста, помогите мне, мне нужно подготовить документы для, или же проверить правильность составления документов. Почему, опять же, потому что некоторые консульства, почему требуются вот некоторые консульства, они обязательно требуют наличия переводов тех же документов, а некоторые при определенном типе визы требуют наличия перевода, точнее, апостилизации и перевода документов. Некоторые требуют, если ребенок, опять же, касаемо ребенка, то должно быть нотариальная посвидка. Если родители у нас лишены родительских прав, то обязательно у нас должно быть те же документы, подтверждающие, либо же решение суда, которое также само должно иметь наличие. И, соответственно, вот еще вот момент такой. Ну, то есть по поводу туристических агентств поняли, что нужно понимать, чего мы туда идем, по каким причинам. А конкретно вот еще касаемо документов, чем у нас утяжелилось процесс подачи, то, что, допустим, если ранее нам не требовалось наличие обязательного той же брони авиабилетов, ЖД-билетов, то сейчас оно идет обязательное наличие брони как отелей, так и авиабилетов. То есть без вот этих вот сопоставляющих пунктов, ну, у нас появляются проблемы. Поэтому на данном этапе и большинство некоторых агенций, они прибегают к этим услугам, помогают людям. И, в принципе, люди, за наши люди всегда находят везде какой-то выход с положения. Да. Да. То есть сейчас вот могу сказать четко, конкретно, что это временное явление. Не надо думать о плохом. И главное, чтобы когда вы подбираете документы, то вы понимали, что, опять же, касаемо, если это страна, куда мы направляемся, допустим, Греция, а поблизости у вас есть консульство эстонское, там, допустим, я возьму ситуацию вот, людей, проживающих в Киеве. На данном этапе у нас есть консульство, которое относится к нам положительно, а некоторые более отрицательно, потому что имеются какие-то свои политические и экономические мотивы. Да? То есть, вот, допустим, опять же, возьмем Эстонию и Польшу. Польша – это та страна, которой мы ездим часто много. Эстония – это та страна, которая мы не особо много, потому что находится севернее, а мы-то едем на юг, нам-то хочется отдыхать. Могут ли люди подать документы в Эстонию? Потому что, в принципе, как бы, или Литву, извините, в принципе, как бы вроде бы одна зона у них, да? Могут, если мы планируем свою поездку, Мы как-то с вами вот в других эфирах говорили по поводу время, вот именно какая виза должна стоять, какой страны. Если наша поездка таким собрана образом, что большинство количество времени или первый въезд у нас будет в ту страну, которая виза, то, соответственно, в ту же Грецию мы можем поехать. А почему я говорю сейчас про лояльные наши сейчас вот консульства? Потому что тоже Польша, у них места забитые сейчас там и до сентября месяца, и люди пытаются подать онлайн-заявки. Я тоже очень часто говорю о том, что нужно пробовать работать с интернетом, есть масса онлайн всяких кабинетов, есть телефоны, но, к великому сожалению, мы тоже сталкивались с этим, что на протяжении июля мы не дописаться, не дозвониться к ним не могли. Такая горячая пора была для всех. Да, да, ну и вот как бы еще раз повторюсь, что общались непосредственно с людьми, которые помогали с этим. Да, но люди, которые приезжали, вот им вот практиканты, как говорится, практикующие туристы, которые приехали, они, да, они отстояли там 3 дня, и после этих 3 дней они удачно получили все-таки подачу, точнее, произвели подачу. Получили они спустя 10, по поводу сроков, да, вот сроки у нас не изменились, сроки у нас 10 дней, то есть там все хорошо. А касаемо самой подачи, можем ли мы это делать? Можем, если мы свою поездку сможем таким образом и сделать так, чтобы первый въезд у нас был в ту страну, где у нас есть виза. Лена, скажи, да, пожалуйста, все мы знаем, что есть такие фирмы, которые за определенную плату обещают очень быстро, скоро оформить вам шенгенскую визу. Вы знаете, как бы вот могу сказать, что надо, как всегда, вот кто очень быстро и срочно что-то делает, то здесь однозначно есть какой-то подвох.
Вот. Надо прекрасно понимать, что существуют рамки, через которые ты не перепрыгнешь. И если быстро и срочно, это, грубо говоря, за сутки, за два, ну, такого не бывает вот в природе. То есть что они делают, это... Чудеса. Да, да, ну, как бы можно в простонародье сказочники. Вот. Ну, а что вот по факту, то есть... Смотрите, пожалуйста, еще раз. Есть консульства, в которых имеется большая... Вот, опять же, из-за чего очереди? Очередь не из-за того, что им очень сложно взять у людей отпечатки пальцев и взять эти же анкеты. А очередь из-за того, что как бы существует еще пропускная способность того или иного консульства. То есть существуют лимиты подачи документов. Вот в том году, вот немножечко истории, была ситуация такая с французским консульством. Существует еще политическая и экономическая ситуация, что в определенный период вы можете взять, грубо говоря, 100 человек в день. Все, больше, извините меня, нет, потому что не может навалом в ту же Польшу, в Польшу заехать миллионное население со стороны Украины. Ну, чисто теоретически нет, но практически может. Да, да, вот поэтому и существуют вот эти вот ограничения, которые дают вот размежевание. Как мы так же самое знаем, как на той же автостраде. Если едет много машин, то становится регулировщик и удачно начинает регулировать эти все движения. То есть что делают те люди, мы не знаем. Мы знаем, что если существует фактор невозможности принятия, то он есть. Возьмем сейчас на данную ситуацию, возьмем сейчас консульство Испании. Испания у нас всегда было очень тяжелое консульство. Очень тяжело там было подать документы, очень придирались к документам по поводу, вот, опять же, сложности переводы. Некоторые там эти документы должны были не просто быть переведены, а только ихним присяжным переводчиком. Это то есть тот переводчик, который имеет аккредитацию в консульстве. Там все очень сложно. На данном этапе мы запросто можем прийти без очереди, подать документы, грубо говоря, на следующий день и, соответственно, дальнейшее производить свои действия. Это говорит о том, что если есть трудности, то они не вечны. Рано или поздно. Верно. Мы будем надеяться, да, на то, что и вот Шенгенская зона что-то... Да. И надо понимать, что Шенгенская зона – это не вся Европа. Опять же, мы остановимся. Существует помимо Шенгенской зоны Европа, которая имеет безвизовый въезд. Упрощенный визовый въезд. Потому что возьмем ту же Болгарию, тот же Кипр, ту же Грузию. Ну, Грузия, допустим, это не особая Европа, но все же рядышком находящаяся. Ту же Турцию, тот же Египет. Мы прекрасно знаем, что туда можно вполне нормально въезжать. Но. У нас осталось одна даже минутка. Вот так коротко, касательно Крыма. Связи как бы вроде бы потеряны, но не потеряны. Много людей туда ездит. По каким документам туда ездить можно и выезжать оттуда? Вопрос неоднозначный. Почему? Потому что мы также мониторим еженедельно, разговариваем с погранслужбами. Они нам все удачно говорят, что обязательно наличие загранпаспорта. Но законодательно есть постановление, которое говорит, что на въезд в оккупированные части территории, временно оккупированный Крым, въезд граждан идет по документу, утверждающему гражданство. Документ, подтверждающий гражданство, это данная ситуация, это паспорт гражданина Украины. Соответственно, те, кто более осторожный человек, ну, нужно все-таки вести с собой загранпаспорт. Те, кто менее, опять же, у людей мы знаем и родственники, и недвижимость, и работа, все что угодно. Ну, там уже, извините меня, как на кого, как говорится, уже попадете на рынок. Кіна, спасибо огромное. Я нагадую, что сегодня мы говорили про те, как отримати закордонний паспорт, про шенгенський віз. У нас в гостях была Олена Ласкіна, це юрисконсультант фирмы Профальянс. Я сподіваюся, что вы знайшли для себе сегодня корисну информацию. Нам было надзвичайно приємно с вами сьогодні спілкуватися. На все добре і до нових зустрічей в ефірі.